Правительство не хочет признать, потому что, так сказать, тогда оно признает, что этот режим пришел на крови. И вы знаете с официальных данных, что первый указ, который был издан Путиным, это был указ об освобождении от уголовной ответственности Ельцина. Требует немедленно отменить указ президента Путина о неподсудности Ельцина и выдать тирана правосудию. Назад, вперед, назад. Это значит изменять историю. Тогда вы бы сказали, что жертвы были напрасны. Революция! Все, направить в Москве 3 октября. Thank you.